Сегодня мы будем готовить вот такую вкусную курочку в духовке. Так, для того, чтобы замариновать нашу курочку, нам понадобится мед. Отправляем сюда мед. Примерно 2 столовые ложки меда. Дальше нам понадобится горчица. Тоже примерно 2 столовые ложки. Это на 6-7 порций примерно. Половинка сока лимона. Половинки лимона. И мы добавляем вот такую специю для курочки. Море специй. Здесь уже есть соль, куркума, карри. Все необходимые нам специи. Мы ее добавляем. Практически всю пачку. И теперь нам нужно добавить еще сюда чесночок. Через чеснокодавилку я буду пропускать. Это добавит такой пикантности, запаха, вкуса нашей курочки. Так. И теперь нам нужно все это очень-очень хорошо, каждую-каждую курочку нашим маринадом смазать нужно медиком, приправками, такой как массаж сделать каждому-каждому кусочку курочки. И после этого мы оставляем нашу курочку промариноваться как минимум пару часов, как максимум часов 5 лучше, в холодильнике. После того, как она промаринуется, мы будем дальше ее готовить в духовочке. Итак, через 2 часа мы берем противень, мы берем рукав, отрезаем 2 полосочки. Ними мы будем завязывать края нашего рукава. Примерно 1-1,5 сантиметра шириной полосочки. И отрезаем примерно вот полметра где-то сам наш рукав, которым мы будем запекать нашу курочку. Дальше с одной стороны мы вот так вот завязываем наш рукавчик. Очень хорошо завязывайте, чтобы он не развязался. Вот так плотненько. 2 раза. Вот так вот. Теперь во вторую нашу часть вот так мы ее открываем. И отправляем сюда нашу маринованную курочку. Дальше мы вторую часть нашего рукава снова тоже завязываем 2 раза. Все, и вот так вот мы распределяем нашу курочку на противне. Дальше мы отправляем нашу курочку в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Через 30 минут мы берем наш рукавчик, разрезаем сверху. Вот так вот. И отправляем еще на 15 минут, чтобы наша курочка зарумянилась. Так, вот такая вот вкусная у нас сочная курочка получилась. Пробуйте, готовьте и до новых встреч. Пока-пока.